Алюминий – молодой металл, который захватил мир. Нет ни одной сферы деятельности человека, где не встречался бы этот универсальный и благородный металл. Благодаря своим механическим и физическим свойствам, легкости, прочности, износостойкости и пластичности, алюминий каждый день завоевывает сердца инженеров в различных отраслях промышленности. Его массовая концентрация в земной коре и возможность многократного повторного использования позволяет назвать его одним из самых перспективных материалов будущего. Устремляясь в будущее, уже более 30 лет компания «ТАТПРОФ» является признанным лидером, крупнейшим производителем и экспортером в разработке высокотехнологичных решений и продуктов из алюминия. Компания выпускает более 10 тысяч различных профилей из алюминия, 500 из которых являются самостоятельными законченными продуктами. Остальные же в дальнейшем находят применение во множестве сфер производства, промышленности. Архитектура, автомобилестроение, энергетика, военная сфера, аэрокосмическая и множество других узких и специализированных сфер применения алюминиевого профиля, построенных на основе его характеристик, которые делают невозможным использование других материалов. ТАТПРОФ – это полный цикл производства продукции, который начинается с литья алюминиевых столбов разного диаметра, объемом до 3600 тонн в месяц. 7 современных прессовых комплексов позволяют экструдировать в год 60 тысяч тонн алюминиевого профиля диаметром описанной окружности от 10 до 230 мм и сборные или сварные профиля шириной до 1 метра. Водяное охлаждение делает профиль более жестким и прочным, что позволяет использовать его в авиации и обороне. А автоматическая система контроля геометрии дает возможность гарантировать соответствие требованиям и допускам будущих конструкций. Часть профиля подвергается точной механической обработке с помощью современного европейского оборудования, которое позволяет обрабатывать детали с уникальной точностью в 0,005 мм. За счет обработки сразу с 4 осей время обработки значительно уменьшается, при этом растет качество продукции. Для широкого спектра цветов ТАТПРОФ использует многоступенчатый способ нанесения полимерно-порошкового покрытия всей гаммы цветов немецкой системы цветовых стандартов RAL. Полимерно-порошковая покраска изделий выполняется двумя новыми датскими покрасочными линиями, объем покраски которых составляет 1 миллион квадратных метров в месяц. Гарантия стойкости в атмосфере внешней среды – 10 лет. Алюминий также уникален и тем, что позволяет добавить цвет изделию без покраски с помощью анодирования. Детали и профиль длиной от 5 до 7 метров могут приобретать спектр цветов от светло-серого до черного. Технология анодирования предприятия-партнера «Росло» гарантирует сохранение исходного цвета изделия в течение 30 лет при воздействии прямых солнечных лучей. Перед анодированием изделие проходит полный цикл подготовки поверхности, дробеструйная обработка и кроцевание. Специализация производства ТАТПРОФ – это стабильность качества при массовых поставках и практически неограниченных объемах, уникальные для России характеристики по сплавам, механическим свойствам и геометрии. Для нас понятие «качественная продукция» – не просто определение. Это определенный перечень требований – качество профиля, качество покраски, качество упаковки, качество сервиса. Современная архитектура требовательна и избирательна. На основе производственных возможностей и имеющегося опыта компания «ТАТПРОФ» первая в России в 1995 году запустила производство современных светопрозрачных фасадов, крыш, окон, дверей, зимних садов и балконов, при этом постоянно совершенствует оборудование и технологии. Такой уровень доверия специалистов, архитекторов и инженеров к архитектурной системе ТАТПРОФ подтверждает множество выполненных в срок объектов во всех уголках страны и зарубежья. Нам доверяют крупные строительные компании, производители, архитекторы и частные лица. Именно ТАТПРОФ стал одним из основных поставщиков на крупные спортивные объекты Универсиады в Казани 2013, Олимпийских игр в Сочи 2014, Кубка Конфедерации ФИФА 2018. Компания располагает собственным конструкторским бюро, осуществляет полный комплекс услуг
От разработки до монтажа готовых изделий. Наши инженеры даже в условиях наличия всевозможных ограничений могут предложить решение для реализации практически любой задачи. Светопрозрачные конструкции также позволяют грамотно и эстетично реализовать любой проект для индивидуального строительства. Каждый проект – это как готовые решения, так и индивидуальные инжиниринговые разработки нового продукта совместно с заказчиком. Строительные системы TATPROF завоевали популярность как инновационные конструкторские решения с современным дизайном и технологичностью в изготовлении и монтаже конструкций. Однако разные рынки диктуют разные правила. На основе многолетнего опыта была разработана строительная система «Сокол» для массового жилищного строительства, которому нужен продукт по минимальной цене в сжатые сроки. Строительная система «Сокол» — это конструкции на базе стандартных решений, внешний вид и пользовательские характеристики которых обеспечивают соответствие всем нормативным документам в области остекления зданий и сооружений. Она предназначена для объектов, конструкции которых должны отвечать минимальным необходимым характеристикам по основным техническим параметрам с учетом региональной особенности. Greenal – это направление TATPROF, которое специализируется на разработке и производстве инновационных готовых продуктов из алюминия. Мы поставляем готовые продукты для следующих отраслей. Агропромышленность – система промышленных тепличных комплексов, система стеллажей и тележек для выращивания грибов, быстровозводимые конструкции. Солнечная энергия – рамы и детали для солнечных модулей. Освещение – детали и комплектующие для светодиодных светильников. Greenal успешно замещает импортные аналоги, предлагая лучшую цену на рынке Российской Федерации. Наши партнеры могут значительно сэкономить на логистике, при этом приобретать алюминиевую продукцию в кратчайшие сроки. Качество выпускаемых систем лучше импортных, так как продукт изготовлен из первичного алюминия. Смело можно утверждать, что Greenal отлично справляется с задачей импортозамещения. Реализованные объекты промышленных тепличных комплексов по всей России являются подтверждением доверия со стороны заказчиков. У нашей страны есть все компетенции для производства высококлассного оборудования из алюминия. Помимо сложных конструктивных и архитектурных решений, TATPROF разрабатывает и выпускает профиль для легкой промышленности, из которого в последующем изготавливаются мебельная фурнитура, инструменты для строительства и ремонта, элементы вентиляции, офисные перегородки, конструкции остекления лоджий и балконов, автомобильные борта. Ежедневно мы создаем продукты с высокой интеллектуальной составляющей. Передовые технологии в производственной деятельности и управлении бизнес-процессами позволяют нам контролировать качество профиля и продукцию на его основе. Мы стремимся открывать все более новые возможности применения алюминия. Постоянное беспрецедентное наращивание производственной и интеллектуальной базы позволяет TATPROF уверенно чувствовать себя на рынке и оставаться лидером экструзии в России. Но не только цифры являются для нас показателями успешной деятельности, но и открытость, прозрачность, доверие клиентов, соблюдение сроков являются неотъемлемой частью репутации TATPROF, которая так дорого стоит.